С вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас популярный автонабор инструментов у автолюбителей и на станциях СТО. Это набор Force 42-48-21 на 82 предмета. Сегодня у нас в видеообзоре будет набор шестигранный, но эти наборы идут еще в комплектации с головками 12-гранными и так называемой головки Surface для слизанных граней. Это указывается на упаковке. Здесь указывается три вида данного набора. 48-21R – это профиль Surface или Superlock еще называют его. 48-21R5 – это шестигранный профиль головок, обычный, стандартный. И 48-21R9 – это набор 12-гранных головок. Force выпускается на острове Тайвань. По отзывам их очень-очень много в интернете, вы можете прочитать. Набор служит очень долго. Также на него есть гарантия, гарантия на брак. Поэтому мы однозначно рекомендуем наборы Force. Материал изготовления, здесь идет хром-ванадиевая сталь и нанесено защитное покрытие матового цвета. Набор на 82 предмета сегодня. Начнем с трещоток. Две трещотки, маленькая это 1/4 дюйма и большая 1/2. Трещотки идут на 24 зуба, они силовые. Длина трещотки под 1/2 250 мм и под 1/4 140 мм. Трещотки разборные, продаются отдельно у нас запасные части, то есть сам внутренний механизм трещоточный есть, можно докупить. Дальше есть реверс, флажковый переключатель. Вот такой. И также головка фиксируется на трещотке. Вот, кнопку нажали, сняли. Отдели, и трещотка у вас, вернее, сама головка зафиксирована на месте. Рукоятка здесь идет пластик, но пластик он такой приятный, такое ощущение, что она прорезиненная идет. Точно вам не скажу, но приятная на ощупь, материал приятный. На трещотке надпись Force идет на металле и идет номер по каталогу, то есть данную трещотку вы можете найти в каталоге Force, бумажный будь то или есть в PDF формате, и указывается CRV, это хром-ванадиевая сталь. Также трещотка 1/4 дюйма, здесь также реверс есть, быстрый сброс и удержание головки, разборная, ну рукоятка так же самое, идет пластиковая, номера, все то же самое, что и на большой трещотке. Отверточная рукоятка, длина 150 мм, также имеет номер по каталогу, надпись Force на металле. Здесь идет ручка пластиковая, имеется присоединительный квадрат. Можете подсоединять трещотку. И получаем такую вот называемую отвертку с реверсом. Удобно работать. Можете сюда вставлять еще удлинитель. Данная отверточная рукоятка применяется или с головками под 1/4 дюйма. Маленькие головки. Или есть биты уже, которые идут с переходником, с адаптером прессованные. Таким способом получаем отвертку. Воротки. Два Т-образных воротка в наборе. Под маленький квадрат 1/4 вороток, длина 11,5 см. И вороток большой 250 мм под 1/2 дюйма. Этот вороток снимаем переходник и получается удлинитель 250 мм. И еще один удлинитель есть под 1/2 125 мм. Также видите, номера есть и на удлинителях. Номер по каталогу Force, надпись на металле. Кстати, замечено, что весь профессиональный инструмент, который действительно профессиональный, имеет вот такие вот номера на инструменте. То есть с помощью этого номера можете найти данную единицу в каталоге Force. Допустим, если вы потеряли данный удлинитель, можете его докупить отдельно. Этот переходник вы можете использовать для перехода с 3/8 на 1/2. Также это у кого есть дополнительный квадрат рабочий, трещотка или вороток отдельно от набора. Две свечные головки 21 мм и 16 мм. Свеча здесь удерживается с помощью, вот такая резинка идет внутри свечной головки. Это не магнит, но резинки имеются.
Удлинители под 1/4 дюйма. У нас 3 удлинителя. 50 это маленький удлинитель. Есть чуть побольше, это 100 мм. И самый большой у нас 150. Это удлинитель гибкий для труднодоступных мест, чтобы работать под углом. Теперь биты. Есть биты, которые уже с адаптером идут. Это под 1/4 квадрат. Общее количество их 17 штук. Вот они. Торксы. Есть крестовые биты, шестигранники и шлицевые. Я уже показывал, они используются или с отверточной рукояткой, или с трещоткой, или вороток можно одевать. Биты здесь подписаны на пластике. Есть обозначение, то есть по размерам и ячейка, в которых они лежат. Допустим, 6, вот они находятся здесь, 6 мм, шестигранная. И биты под 1/2 дюйма. Они идут без адаптера, адаптер идет отдельно в комплекте. Также на адаптере есть номер по каталогу. Общее количество бит по 1/2 дюйма 15 штук. Также они подписаны, на пластике имеется обозначение. Так, два кардана, 1/2 дюйма и 1/4. Карданы здесь имеют вот такие вот металлические вставки. Я вижу черного цвета идет 1/2 дюйма. Это значит хромолиденовая сталь усиленная. И 1/4 вот такой обычный у нее металлические вставки. Но качественно сделан инструмент, поэтому это ни на что не влияет. Единственное, что он не разборной у вас будет. Головки. В наборе шестигранный профиль идет. Есть под 1/4 дюйма набор и под 1/2 дюйма. Длинных головок в наборе нет. И головок торкс внутренней ешки, внутренний торкс называется. Их в наборе нет. Их нужно покупать, если вам не нужны. Под 1/4 дюйма головок 13, под 1/2 12 штук. Самая маленькая у нас здесь 4 мм. Головка под 1/4 и самая большая под 1/4 на 14. Под 1/2 у нас 14 мм. Самая большая, то есть они дублируются, видите, два размера по 14. И самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм, 168 грамм. Видите, особенность головок Force, что они сужаются к низу. Верхняя часть у нас глянцевая, потом идет вот такая вот ребристая поверхность. Удобно для того, чтобы покручивать, допустим, головку в труднодоступном месте. И внизу матовая часть матового цвета. Force, надпись на металле, номер по каталогу, маркировка CRV, хромованадевая сталь, 32 мм. Также головки подписаны на кейсе, есть обозначение. Верхней крышке у нас набор ключей комбинированных. Общее количество 9 штук. По размерам 8, 10, 11, 12. Потом идет 13, 14, 17, 19. И большой ключ у нас на 22 мм. Ключи комбинированные. Они гладкие. По насечкам здесь только надписи Force. Допустим, ключ номер по каталогу 75510, 10 мм. С нижней стороны надпись хромбанади. Хромбанадевая сталь. Хорошо защелкиваются они на своих местах. И это исключает выпадание инструмента при закрывании. Кейс состоит у нас из двух частей. Скреплен он пластиковый завис вот, с двух сторон. Визуально по инструменту вы не заметили никаких, как говорится, косяков. То есть хорошо отлито все. Отполирован инструмент. Нет следов отлития или каких-то заусениц. Но было странно это видеть на профессиональном инструменте. Вес набора составляет 5,6 кг. На верхней крышке надпись Force на металле. И вот такая вот еще идет наклейка на самом кейсе. Здесь указывается комплектация набора и какой набор. 12-гранный, 6-гранный или
Surface. Запирается набор на металлические защелки. На защелках также видите надпись Force. Есть отверстие для того, чтобы можно было повесить замок. Габариты самого кейса: ширина 37,5, длина 30,5, высота 8 см, вес, я говорил, уже 5,6 кг. Ничего не дребезжит. Это тоже плюс, потому что когда в багажнике у вас дребезжит набор инструмента, будет не очень приятно. Рекомендуем покупки данный набор. Смотрите наше видео, подписывайтесь на канал. Спасибо, что вы посмотрели данный видеообзор. До свидания.